Это было абсолютно запланированное убийство. А в чем проблема, да? В моем фирменном стиле, как вы любите, с особым цинизмом. Мужчина, у вас сумка упала! Ну, конечно. Она сама упала. Отвяжитесь. Она писатель. Агата Север. Профессиональная деформация, знаешь. И от бессонницы когда-нибудь, наверное, с ума сойдет. Ведь нормально. Но я люблю ее. Банально. Она тигровая, она пещерная. И я убью ее когда-нибудь, наверное, под Новый год. Похоже на начало моего нового романа. И воскрешу ее. Это фиаско. Вместо слов про мою кричу от боли. А вот это совершенно бессмысленно. Набекана женщина. Снотворная, да? Ты уже врач. А внутри солёная, словно кровь. Ты летила любовь. Набекана женщина. Горяча и бешена. Ой, а вот это я сделала. Внутри солёная. Вы так и будете она река моя. Ой. Я посреди нее стою на якоре, не видя берегов. Дрон выстрелит на грани порядочности. Она ненавидит детей, собак, чау-чау, пауков, футбол, когда болит горло. Четыре танца с ней танцуют девушки. Но этот пятый танец мой уже за облака зашла луна. Я задаю слишком много вопросов. Игра кончена. Вместо слов про мою любовь я кричу от боли. Запомните этот триггер. Набекана женщина. Горяча и бешена. Кофе хотите? А внутри соленая. Ничего не пишет. Остановочная. Набекана женщина. То, что возможно, линиза.